Боксеры, которые выходят на ринг и уже в первом раунде отправляют всех своих соперников в нокаут, чувствует себя уверенно в ринге, никого не боится, но как только он делает шаг за ринг, он сразу теряет свою уверенность. Конечно, такое представить невозможно. То есть он остается уверенным и в жизни. Почему я популяризую бокс? Потому что это мое любимое дело. Я занимаюсь им каждый день. Я не представляю, грубо говоря, свою жизнь без этого. И хочу, чтобы молодежь также вела здоровый образ жизни, правильно питалась, правильно вела себя. А то многие дети сейчас сидят дома, то есть пропадают, не реализуют себя в жизни. То есть все таланты, которые у них есть, они не показывают, а держат в себе. И для этой цели я и пришел сюда рассказать. Встречи со знаменитыми спортсменами – это, конечно, прежде всего мотивация детей для занятия спортом. Ну, очень важно показывать детям примеры успешных людей в спорте, их достижения для того, чтобы они хотели сами заниматься любым видом спорта, не обязательно боксом, любым видом спорта. Главное, чтобы они занимались где-то.